нужно приступать к обзору всех вот этих вот, знаете ли. И я даже писать этим чувакам не стал, что как бы новость взята с Life Mobile, и, пожалуйста, все претензии к ним. Вот там все прочие вещи, да и все. А мистер Аллен там создал карту, там все это спроектировал, все это сделал. С этого скриншота это все похоже на какую-то такую, знаете, вот инди-игру, да. Характеристики, то, что у всех там все разное, непонятно. Да и вообще, зачем все это делать, если потом всем забыл. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Вот я, если честно, даже не знаю, как все это назвать. Это экспресс-ньюс, или это просто, знаете, разговорные ролики, это, или это какие-то там, я не знаю, новости, или вот это вот все прочее, потому что, ну, в самом деле, это сложновато вот так вот определить, потому что тут я обсужу как бы не несколько новостей, а один проект, просто возьму две разные, типа, два разных поста с Life Mobile, потому что они почему-то не могли написать все это в один пост, чтобы там, знаете, прикрепить там две фотографии, и написать вот на первой фотографии то, на второй фотографии это. И, видимо, я все это должен исправлять. Разумеется, я бы мог выпустить там, знаете, два разных видеоролика, на одном обсудить вот, смотрите, там вот на этой самой барвихе РП вот тут вот дорога, а вот тут вот остальные вещи. И, в общем-то, на этом все и могло закончиться. Я бы заработал как бы не то чтобы больше денег, а просто, типа, я бы потратил меньше новостей, и на следующую неделю их было бы, знаете ли, больше. Я бы мог вообще не задумываться о том, что снимать, просто брать любую, такой, типа, вот смотрите, там вот то, вот смотрите, там вот это, и вот все вот это вот прочее, исходя из вот всех этих реалий. Я думаю, что тут нет смысла как-то вот затягивать, как-то тянуть, потому что нужно приступать к обзору всех вот этих вот, знаете ли, новостей. Так вот, начинаем вообще с самого начала. Блять, какая ёбнутая тавтология. Начинаем с самого начала. А откуда еще, блять, можно начинать? Чё, с конца, что ли? Да ебать, я дурак просто. Так вот, КРМП проект Барвиха показала дорогу, которая, скорее всего, будет вести в новый город. И не так давно я обсуждал то, что на Барвиха РП скоро выйдет новая карта, зачитывая новость тогда с Life Mobile, рассказывая о том, что вот там, а мистер Аллен все это показал. Чуваки в комментах такие, типа, блять, что-то я смотрю ролики вот этого мистера Аллена, да? И вот у него что-то я такого ролика найти не могу, где бы он все это показывал. Поэтому, ну, сам должен понимать, что ты хуйню несешь. И я даже писать этим чувакам не стал, что как бы новость взята с Life Mobile, и, пожалуйста, все претензии к ним. Я просто, знаете, озвучиваю новость и говорю свое мнение по поводу всего этого. То есть это даже не новостные ролики, потому что в новостных роликах, ну, в принципе, недопустимо, что это за хуйня. Типа ты рассказываешь новости, потом такое свое мнение, так это уже, блядь, никакие нахуй не новости. Это, блять, твое мнение. Ты там рассказываешь, вот, мне нравится то, мне не нравится это. Какие-то, блять, новости еще ебнутые, что ли, вообще, блять. И все, кто это новостями называет, типа, ну, тоже какие-то дебилы, блять. И у меня вот это вот даже плейлист Express News, это, типа, тоже рофл, я думаю, вы все это понимаете. Потому что, ну, какие-то, блять, новости. Новости, это ты новость рассказал, осветил ее, и все. То есть, просто сказал, вот там появилась дорога, вот там все прочие вещи, да и все. Вообще, непонятно, какой там будет новый город, потому что постов, вроде как, я все пролистал, но по постов про то, что там у Барвихи РП будет новый город, ну, я вообще такого, блядь, не слышал. Возможно, это все, знаете, отсылки, какие-то такие отголоски вот к тому, что мистер Аллен там вот создавал всю эту карту, или слил всю эту карту, или сделал какие-то вот эти вот прочие вещи со всей этой картой с Барвихой РП, и вот сейчас вот это вот отголоски к тому, что вот, а мистер Аллен там создал карту, там все это спроектировал, все это сделал, и сейчас вот есть скриншоты того, как вот, там, я не знаю, дорога ведет в новый город, и там можно все это посмотреть, все это просмотреть, сделать какие-то, возможно, прочие выводы, прочие вещи, да и, в общем-то, тут больше обсуждать ничего. Второй скриншот, вторая новостная новость, второй новостной пост, который идет сразу же следом за всем этим, это то, что КРМП проект Барвиха продолжает показывать новый город по частям. Как думаете, насколько он будет большим? И если смотреть на скриншот, то тут как бы, ну, я вообще, я персональный такой, знаете, осмотритель всех этих скриншотов, рассказыватель о том, что вот, там будет то, там будет это. Вообще, вот так, если посмотреть вот с этого скриншота, это все похоже на какую-то такую, знаете, вот инди-игру, да, когда ты заходил на YouTube в году, наверное, 2014-2015, нет, 2015 это уже там, по-моему, такого не было. Вот 2013-2014 год, ты заходил, там были вот все эти, знаете, обзоры на инди-игры, и вот там как раз-таки были вот все вот эти вот текстуры. Но, разумеется, те инди-игры, они как бы были на компьютер, а это все с телефона, и с поправкой на телефона, то, что у всех там разные вот эти вот характеристики, то, что у всех там все разное, можно сказать, что типа, ну, неплохо, ладно, хорошо, отлично, вообще замечательно, и типа, ну,
больше, в общем-то, ничего. Нужно будет потом, знаете, по итогу посмотреть, что там за новый город у Барвихи РП, как его там представят, что там с ним сделают. Разумеется, это все будет в ролике от мистера Алина, я более чем уверен, или мистера Алана, или мистера Алинидзе, Алинвэр, Алина, все прочие вот эти вот вещи. А пока что говорить что-то о вот этих вот новых городах, но это как-то глупо, непонятно, да и вообще зачем все это делать, если потом, ну, мы уже лучше весь этот город обсудим с ролика мистера Алина, либо не будем все это обсуждать, либо там, я не знаю, сделаем какие-то прочие вещи, возможно, вообще как пойдет. И поэтому, как бы, ну, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем спасибо, всем забыл, Аризона, Рули Плей Феникс, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также мой IP, а также мой промокод, а также мой никнейм, вот все это, знаете, в описании, заходите туда, узнавайте всю эту информацию, там же в описании ссылочка на что? На мой телеграм-канал, да, все верно, все правильно, заходите, ознакомьтесь, все будет хорошо, все будет отлично, все будет круто, всем до свидания и пока, и увидимся тут же завтра, а вот во сколько? Ну, было бы неплохо в 20:00, но я обещать ничего не могу, вы сами это понимаете.